Здорово, ребят, с вами Геймчин Алекс. Сегодня мы продолжаем играть в Джеймс Бонд Блудстоун. Очередная миссия. На этот раз мы, честно говоря, не понял сюжетки, потому что мы вроде бы были и на стройке, но сейчас почему-то такое чувство, что мы в розыске или еще что-то. Конечно, она сказала, что власти ищут того, кто типа там переуничтожил полгорода. Но, блин, при этом я уже и спас много жизней. Не знаю, не знаю. Посмотрим, что у нас сейчас выйдет. Доставьте тело в морг и... Так, это мы все скипнем. Второй водитель так и не объявился. Осмотрите здание вдоль берега и опросите прохожих. Это мы все видели. А вот теперь... По-настоящему начинается миссия. Сейчас его тихонько надо. Так, незаметное устранение. Здорово. Иди сюда. Все в порядке. Бонд, мы нашли того, кто может вывести вас на Ракка. Это ваш старый друг Силк. Его клуб недалеко от вас. Загружаю его координаты на ваш смартфон. Спасибо. Ну хорошо. Так, блин, электрошокер, скажи, говно-говно. Ну ладно. Оп. Наши люди тралят речное дно. Если он погиб, мы найдем тело. Отлично. Я не вижу. Если отыщем его, нам хорошо заплатят. Хорошо. Мы осмотрели весь мир. Ух ты. А почему менты ездят на жигулях каких-то? Если найдете второго водителя, допустимо применение парализующих средств. Нужно задержать его. Реально, они на каких-то... Смотрите, это чисто жигули, это вылитые жигули. Да, это жигули. Проверьте все здания. Он может прятаться на одном из складов. Оп. Тише. Предположительно белый, одет в темные брюки и синюю рубашку. Предположительно. Мне не нравится вот этот вот мент там гуляющий. Что там у нас с пролением реки? Пока ничего не нашли. Появляться что-нибудь найдем. Вас понял. Делайте все возможное. Тихонько. Тут труп! Да ничего себе. Ты тоже заметил? Блин, как мне тебя-то теперь взять? Мы прочесали восточные улицы. Никаких следов. Вас понял. Двигайтесь на север. Смотрите в оба. Понял. Идем на север. Мы осмотрели весь... Так. Сюда. И вот это мой шанс. Нужна подмога! Стоять! Вот так. Тихонько, тихо, тихо, тихо. Так, я пойду у этого еще возьму электрошокер, или что у тебя там, чувак? Не, у тебя ничего нету. Обидка. Что ты мне хочешь сказать, смартфон? Давайте просканируем. ПЦП какой-то. Старый друг. Так, ладно. Меня больше прикалывает, что менты ездят на жигулях. Оп, оп, оп. Да хрен тебе. Ха, да, прикольно. У меня просто
электрошокером расстреляли, так сказать. Я же не знал, что они здесь сбоку стоят. Ну, знаете, электрошокер он мне сначала показался говном. Вот так-то это вообще хорошее такое оружие массового поражения. Отлично, он у меня пустой. Оп. Да почему я застрял в какой-то байде? А все, у меня шокер закончился, что ли? Ну иди сюда, товарищ. Ты будешь подходить? Оп, здорово. Обожаю ближний бой. Ай, два выстрела всего лишь. Вскарабкаться. Конечно же, вскарабкаться. Тише. Оп. А нам сюда? Опа. Опа. Миссия такая напряженная, еще и музыка тут такая играет. Тоже такая напряженная. Блин, как же я обожаю ближний бой. Три уже патрона в шокере у меня. Сюда все-таки. Нет, все-таки сюда. Оп. А, все. Я сначала не увидел этот трос. Давай, ползи, Бонд. Не, конечно, ближний бой он так решает в этой игре. Еще одна контрольная. Оп. Ух ты. Так, сюда. Чпоньк. А куда спрыгивать-то? А, на машину. Что? Ой-ой-ой. Здорово. О, кстати, машина исследовать можно ее. Полицейское досье РАККК.
тихонько. Вроде никого. Куда теперь? А, это двери такие же. О, золотые ящики для мусора. Бывает. Ну и чё не так? Что сделать-то надо? Я вроде все двери осмотрел. А, все. 5 карт-сцена. Смертельный выстрел гарантирует уничтожение врага. Неплохо. Вы можете установить свое местоположение с помощью смартфона. Да мне это не особо-то и надо. Добрый вечер, сэр. Проводить вас к столику? Нет. Проводите меня к боссу. Он вон там. Старый друг, я чем-то могу помочь? Я ищу человека. Какого человека? Вроде тебя. Он считает, что все в мире можно купить и продать, и хочет урвать свой кусок. Ты так хорошо меня знаешь. Как же ты меня нашел? Если перевернуть каждый камень, под одним из них непременно будешь ты. Знаешь, меня выгнали из Сайгона. Это было до или после побега из Афин? Или Ибицы? После Йоханнесбурга я запутался. ЮАР. Тебе нужна женщина? Предпочел бы информацию. Узнаю старину Джеймса. Только с чего ты взял, что я отдам тебе Ракка? Даром. Я хорошо тебя знаю, Силк. Тебе нет никакого дела до судьбы Ракка. Но есть дело до 20%, которые он дерет с тебя раз в неделю. У него есть лодочная станция на реке Чаупрая. Только живым тебе туда не добраться. Не надо. Поспорим? Загадывать. Смотри, а то опять проиграешь. Желаю удачи и доброго дня. Сейчас он позвонит Ракку. Один англичанин ищет Ракка. Я поспорил, что не найдет. А ты ведь знаешь, как я не люблю проигрывать. Не подведи. Ну ты паскуда какая. Подставил меня. Товарищ Силк. Доберитесь до яхт-клуба. По приказу Ракка. Сейчас британец идет сюда. Будьте готовы стрелять немедленно. Рак велел брать его живым или мертвым. Он ненормальный, если сунется сюда. У него нет шансов. Скорее, это у вас нет шансов, дамы и господа. Здорово, товарищ. У кого там шансов нету? У меня? Или чего это вы так быстро слились-то? Так, что у нас? О! Здорово. Так вот.
действительно сложно. Но мне, если честно, как-то пофигу. Я с ними разберусь на раз-два. Это у вас, ребят, положение отчаянное. О, он сквозь текстуру провалился. Лол. Перезарядить надо. Боеприпасов достаточно, окей. Тише, тише, тише. Откуда ты такой дерзкий-то взялся? Ой-ой, коленка. Используем. Больно уж напряженная ситуация была. Чё, парни, как оно? Не слишком-то у вас что-то получается. Остановите меня. Силка ведь проигрывать не любит, он же просил вас. Кто следующий? Сюда? Ну окей. Мне вообще как-то пофигу, куда идти. Отряд С его не задержал. Есть тут кто? Тише, тише, тише. Здорово. Где-то здесь должен сейчас появиться. Нужна помощь. Оп. Боюсь, тебе уже ничего не надо. Блин, смартфон-то так прямо и бесится. Оп, надо что-то включить. Силк же не любит проигрывать. Unreal. Поехали. Место. Я не вижу, только где он. Вижу, наверху. Блин, вообще нифига не видно из-за этой хрени. Кого напал, товарищ? Так. Здорово. Да какое подкрепление, ё-моё, ребят? Вы о чем вообще? Бэм. Ж
Прокачались неплохо. Так, куда идти-то? Да сколько здесь дверей-то, ё-моё. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Мне оружка нужна была просто. Так. Ну, этот парень был слишком самонадеянный. Так, еще здесь. АК-74. Это как АК-47, только наоборот. Ух ты, в голову попал. Где? Чувак, отдохни, задолбал. Опа, и патронов набрали. Хорошо очень. Полная обойма у нас. Идиоты! Никакого толку! А вот и яхт-клуб. А, вот и рак. Оп! Все, рак. Все кончено. Хм. Я знаю о похищениях, об ученых, о биооружии. Слишком ты себя переоценил. Даю тебе последний шанс. Надо было уходить, пока у тебя был шанс. Говно. Вот это было неожиданно сейчас, так сказать. Часть. Да, мне этого вообще как-то вот не предвидел. Того, что он может снотворное мне или еще что-то. Добро пожаловать в пункт назначения, мистер Бонд. Это Мьянма. Последняя остановка. Конец пути. Здесь настанет финал вашей печальной истории. Хм. Как у вас все устроено? Что вы делаете? Похищаете нужных людей и пытаете их, пока они не выдадут все секреты. Посмотрите внимательно на этот нож, мистер Бонд. Он из платины, украшен драгоценными камнями и бриллиантами. Предназначен для того, чтобы причинять невыносимую боль. Я потрошу им людей, сдираю кожу заживо. Дебил. Вы тоже заговорите. Расскажете все тайны. Рано или поздно все ломаются.
Можешь убить меня, Рак. Но Ми-6 пришлет кого-нибудь еще, а потом еще и еще раз. Поверь, в любом случае ты покойник. Как я вырву вам язык, сразу заговорят. Надейся, китаец, надейся. Жмальтия. Опана. Дойдем до контрольной точки и закончим на сегодня. Найдите свой телефон и оружие. Окей. Ну кто ты, тоска? Посмотрю, как там британский агент. Здорово. Так, здесь моего телефона, как я понимаю, нету. Надо срочно найти телефон. Где же он может быть? Опа-на. Привет, мой дорогой смартфон. Давай, охренели, что ли? Еще раз. Не терзайте себя. Отсюда еще никто не убегал. Вы больше не увидите своих жен и детишек. Мы ваши хозяева. Кто тут ваши хозяева, придурок? Так, ладно, дикий раш, это была плохая идея. Ничего, попробуем еще раз. Ничего там страшного нету. Дела-то у нас плохо, патронов-то не так много. Иди сюда. Оп. Ого, как их тут много-то. Давай, подходи.
Оп. Опа, иди сюда, солдат неба. Так вот. Ох ты, хорошо бомбанула машина. Тихо, пленный. Танк был. Ну ладно, короче, ребят, в следующей серии мы узнаем, смогу я пройти это место или нет. А пока все. Всем спасибо, всем пока.